сокровищами. Ох, а я смотрю, я тут не одна такая пират. И вы за сокровищами? Или чего делать вздумали? Да вздумали они веселиться, смотри, как улыбаются. А ты чего там про сокровища так громко говоришь? Они сейчас тоже захотят с тобой пойти. На хвост сядут и все сокровища заберут. Ой, давай справляйся. И правда, а что это я? А может, мы их как-то отвлечем? Заиграем? Смотри, какие они юные. Точно не профессионалы в поисках сокровищ. И явно у нас получится их обмануть. Ну, давай попробуем. Начинай. А что сразу я? Ну, это же не я тут про сокровища всем рассказываю. Точно. Исправляйся. Да привет, уважаемые гости! Мамы, папы, девчонки и мальчишки! Я тут забралась на мачту и совершенно случайно услышала, будто сегодня праздник какой-то. Но ветер так сильно дул, что я не расслышала название. Не подскажете, чему посвящен сегодняшний праздник? Какой праздник сегодня? День защиты детей. День защиты детей. О, ничего себе. Я думаю, почему они такие нарядные, улыбаются?